Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в христианстве святых, явивший множество чудес, как при жизни, так и после смерти. Заступнику молятся об успешной дороге и возвращении домой, о помощи при создании семьи и о прощении, если оступился на жизненном пути. Его все христиане, его все знают, все его любят, и все к нему приходят со своими какими-то проблемами, потому что у каждого в семье какие-то проблемы. У кого-то с детьми, у кого-то с мужьями, у кого-то с женами, у кого-то со здоровьем, но у всех какие-то проблемы есть. 2022 года мощи святителя Николая находятся в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга. При содействии митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла святыня отправилась по городам Югры. Сугубая радость и сугубый праздник у нас в этом году с тем, что святитель Николай вместе с нами. А мы знаем, что он великий угодник, великий чудотворец, много исцелений, особенно покровительствует путешествующий. Нефтеюганск мощи Николая Чудотворца прибыли в воскресенье вечером и пробыли в городе до 3 часов следующего дня. Встретить святыню собралось множество горожан. Каждый пришел, чтобы попросить святителя о помощи в искренней молитве. России попросить, чтобы покрыл Россию от всякого зла, чтобы не было в России войны, чтобы не было, эпидемии, чтобы не было, чтобы голода не было, землетрясений, чтобы не было, наводнений, чтобы не было. Ну, в общем, мы же как бы здесь в России живем, это же наш дом, нам надо и просить за свой дом. В рождественские святки приехали не только мощи святителя Николая, но и икона Божьей Матери Млекопитательницы. Святой лик написали специально для Нефтеюганского храма, а приехала она с горы Афон по инициативе митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Им же и привезена в город. Она навсегда у нас остается. Сейчас она пока в Свято-Духовском храме, а потом ее на постоянное место жительства в Почаевский храм. Но она остается у нас навсегда. Если мощи завтра увезут дальше по России, завтра они поедут, мощи повезут в Ханты, в Ханты-Мансийск, потом дальше по России освящать Россию. А икона, она остается навсегда. Дарья Горельцева, Ангелина Кагальникова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».